да. Да, и вот он был. Да, да, да. Председатель. Мы были, я говорю, на похоронах, вот это где-то в декабре месяце. Ну нет, на возложении венков. Ну, пока как бы они сказали, мы в Луганске ездим, нам. Василий Михаилов. Помощник. Куда? Василию Михаил, он помощник. Да, я всем звонила. Короче, они даже со мной сфотографировались. То есть у меня есть эти вот еще как бы. А вы откуда сами? С Чебаркуля. А где это? Челябинская область. А мы вот как раз, я ездила зимой, когда я дала телефоны как раз, то есть, чтобы боевые бросы и то, и это. Ну, нам здесь в Кузнечиках квартиру дали, сам мужа погиб. Он в Чечне прошел, но погиб на службе в Санковом. Ну, вот как-то так. Поэтому я как бы ваша, получается. И поэтому я стараюсь весь материал, ну, как бы я учитель здесь, в 12-й школе. Ну еще на журфаке училась, но я взялась на себя эту обязанность. Вот так. Это неплохо. Как зовут? Меня Саша. Саша? А, это мне очень хочется, чтобы, ну, почаще вот так, да? Что, вы знаете, я понимаю, конечно, украинские события, но мы-то живем в России, да? А мы как бы вот те, которые Чечню-то 95-е, перешли все, да, блин? И как я... Да. Дело в том, что мы тоже с Украины. Да, все равно. Вы все одесситы. Да. А вы меня извините. Некоторые задают вопрос, а почему ты там не воюешь? Ну хорошо, Валентина, за кого там воевать? Да, надо знать, да, да. Вы знаете, я просто... Если я одесситом, я его на производстве. Да, я тоже пока там не разбираюсь, честно. Я не могу, понимаете, да, я понимаю, Афганистан, да, тут будет все умение в уме. Да, Чечня, вот да, она, Чечня, я просто после этой Чечни, когда... Ну а вот это я просто да, не могу понять. В аргунке этих пацанов топили, я не могу просто, вот не могу и все. Поэтому, а сегодня, честно скажу, понимаю Украину. Немножко я не понимаю. Это правда убийственная война, это правда, вообще, правда. Это жутко, да. Ну, я хочу сказать, что просто не надо забывать об афганцах и чеченцах, извините, которые уже сегодня одной ногой там. И сколько нас осталось, скажем так, честно, а в каком городе да? Мы Челябинск. В Чечне он 324-й полк, 276-й, Аргун, Шали, ну, там везде они шли. А мы конкретно в Шали, под Шали, атаки там. А у меня муж еще в Афгане, только тогда засекречено было, в 79-м году. Но он оттуда приехал, он не рассказывал, а потом... Ну, как бы по документам. У нас есть некоторые песни про чеченцев, тоже про чеченцев. Ну, вот это, мы с этой песни всегда начинаем. С тревоги. Потом все остальное. Так что, молодцы. Я считаю, при любом раскладе надо хотя бы правильно вывески и не забывать об этой войне. Когда сидят, я здесь когда приехала в Москву, да, на прием, сидит оно такое лосненное. И мне говорит, а что вы в Москву не поедете зарабатывать? А я говорю, ты посмотри на меня, сколько мне лет. Я войну прошла. У меня зрение, извини за выражение, минус 9. А я карабкаюсь, тетрадки проверяю, да, вот так вот. Еще стараюсь что-то. А вы меня еще учите, как жить, да? Это потому что квартиру с доплатой дали. Я говорю, да нам каждому по коттеджу должны, говорю, вы... Забывайте, как это. Забывали просто. Вот возьмем вот это, вот пенсию платят. Ну что это пенсии? Кому 7, кому 12? Что это такое? Это же копейки, да. Это гроши. А чеченские я вообще угораю. Ладно, я, грубо говоря, ну как бы, я хоть и женщина, но как бы на заставе жила. Поэтому, ты знаешь, да, что это такое, да? Автомат умеет держать в руках. Но смысл-то не в этом. А пацан, вот он пришел, изрезанный весь. И 2500 на тебе.
Вот пять не дадим, ну не хлеба ведь не купить. А ведь у этих всех пацанов, у них нарушена психика. Конечно. Психика нарушена. Да как, где-то а как, а кто мы не нарушены? А ему ведь еще жить, ему жить да жить еще, детей да, воспитывать. Да, 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 да. Не увидел за крышкой дрова. Это брать здоровье. Ладно, все, а, давай, счастливо, ребята. Кому достало, и мне не жаль.